Добрый вечер всем подписчикам и зрителям моего канала «Одесса», 1 июля. Полчаса назад, в 20:30, появилась информация о сильных взрывах на юге области. Воздушной тревоги не было, по поводу прилета тоже ничего не сообщалось. Я подождал немного информацию по поводу данных взрывов для того, чтобы сообщить вам, что действительно произошло. Вот. Информация появилась и сообщает о том, что сегодня около 18:00 с аэродрома Бильбек пара самолетов Су-30 ВКС ВС Российской Федерации дважды нанесла авиационный удар фосфорными бомбами по острову Змеиный, где якобы, в кавычках, завершили выполнение задач. Подтверждение моим словам есть в моем телеграм-канале, есть видео, где авиация наносит удары по острову Змеиный. Вот, судя по всему, это было сделано для того, чтобы уничтожить оставшуюся технику или то, что россияне оставили на острове Змеиный после того, как его покинули. Вот такая информация относительно данных взрывов, уже полная. Я на связи, как только будет что-то появляться, происходить, сразу же буду сообщать. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка будет в описании. До встречи в новых видео, всем пока.